Привет, дорогие наши зрители и гости нашего канала. Поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам крепкого здоровья, всего вам самого наилучшего, чтобы ваши все мечты осуществлялись, вторые половинки вас любили, ценили, уважали. В общем, всего-всего вам самого наилучшего. Меня пригласили отпраздновать 8 марта. Сашина сестра приедет с мужем, их друзья. У Саши на работе они сняли теплую беседку на 3 часа, пожарить мясо, посидеть, пообщаться, поговорить. В общем, немного развеяться и отдохнуть. Я уже через час буду выезжать. Покатаемся на тюбингах. Заодно и Саше немножко побуду времени. Там, мясом его покормим. Ну, он, конечно, кушать не будет. У него режим питания по времени. С собой я возьму шампура. Небольшие подарочки девочкам. Ну, а дальше как вечер сложится. Саше 9 на сутки и 10 в день. А я наоборот. Сегодня у меня первый день выходной. 8, 9, 10 я дома. И 11 числа выхожу на работу. То есть у нас сейчас Саша и выходные совместные, чтобы мы оба были дома. Не совсем скоро выпадут графики. Так, у нас дома все хорошо. Детки немножко приболели. У Димы была температура, один денек подержалась, он дома побыл и потом уже в школу вышел. В школе у них было 7 числа вчера чаепитие, концерт, в общем, они тоже повеселились, отдохнули. Ролики я со школы и фотографии вставлю, вам покажу. Юля у нас дома, Светлана приехала в гости к нам с ребятишками, Тимофей учит Тани, а Варвара у нас. Ну так все, в принципе... Дом, работа. Что у нас еще? Что еще новенького? Отдых. Отдых. Ну все. Как обычная повседневная жизнь, как у многих людей. Работа, дом, выходные, проблемы, какие-то радостные события, какие-то грустные. В общем, все идет своим чередом. Всем вам отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Этот ролик, конечно, выйдет чуть-чуть с опозданием, но все равно мы вас поздравляем, хоть с опозданием. Что-то хотела рассказать? Забыла. Ну, я тоже хотела поздравить. Поздравляю. Всем с 8 марта желаю вам, женщины, самое главное – это здоровье, мирное небо над головой, и чтобы в этот день исполнялись все наши мечты. Это да, это да. Ну, мы отключаемся, увидимся с вами через секунду, ну, а для нас пройдет это приличное время. Я поехала. Взяла бы мой телефон лучше? Нет. Давай. Ну что, грудонемся? Нет. Давай грудонемся. Саша предлагает меня грудонуть. Давай, чуть-чуть. Нет. Ой, уже поздно. Страшно было кричать. Я очень-очень далеко уехала. Смотрите, какое расстояние. Откуда я спускалась? Ты туда скатился, обратно тебя поднимает. Почти. Это... Вот, посмотрите на ней. Сегодня у нас 9 марта, я приехала из города, меня отпускали мои родные к Сашиной сестре, мы вчера были у Саши на работе сначала, там, конечно, я не снимала, гости приезжали,
цветы подмерзли, поэтому вот они такие вчера прям шикарные, красивые, но вчера не поснимала я. Это папа мне подарил на 8 марта, папа, говорю, Саша подарил мне на 8 марта букет и вот это вот колечко. Ну-ка, камера, покажи, сфокусируй, вот такое колечко. И еще подарил мне подвесочку с буковкой М. Серебряное это кольцо золотое и серебряная подвесочка с буквой М. Я очень люблю своего мужа. Спасибо ему огромное. Детки тоже сделали маме подарок. Я поснимаю, покажу. Здорово провели время. Сегодня с города я приехала. Побыли у Саши снова на работе. Сашина сестра с мужем была. Их семейные друзья. Друзья семьи. В общем, всем спасибо за прекрасный вчерашний день. Дима подарил мне на 8 марта сердце собственными руками. Шили на уроке труда. И вот я вам говорила уже, что Саша подарил подвеску мне с буковкой М. Я ее на цепочку, на свою маленькую одену и буду носить. Такая вот красивая. Каролина мне розу подарила, тоже поснимаю, пока совсем не завяла, покажу вам. А теперь она у меня будет стоять в комнате. Я все поделки ребятишек берегу. Ярослав там у меня лежит. А здесь Димочка у меня. Да, со мной все рядом. Позади меня Варвара. Курьер привез нам посылку. Это для Каролины пришла кровать. Сейчас Дима будет собирать ее. Как она выглядит. Ой, сейчас мы вам ее покажем. Вот. Спасибо за заказ детской мебели. Надеемся, вам понравится и вы будете пользоваться с удовольствием. Каролиночке, конечно, понравится. Ссылочку я оставлю в описании. Доставка курьером и матрас. Сейчас Дима соберет, так как Саша на работе. Каролиночка уже ждет, не дождется свой подарок на 8 марта. Удобно, так как мы с Сашей сейчас выехать не можем. Вот такая вот у нее будет кровать. Выехать не можем, у нас сломалась машина. Мы Каролиночке выбрали, она посмотрела. И все, раз заказали и доставка. Прям здорово все. Сейчас Дима соберет, и мы уже в собранном виде покажем. Привет. Всем привет, Юлечка. Там он матрас. Тоже вот, кажется, коробочка такая небольшая, да? А кровать-то не маленькая. Что, будем собирать? Да, будем. Огроменная. Огроменная, ну. И тяжелая. И тяжелая. Каролиночкин подарок. Вон дощечки. Это мягкие, прям такие вот. Такой... Каролина выбрала цвет вот именно такой. Был там и светленький, и темный. Она, хочу серый. Ну, кровать такая. Изогнутая. Ну все, давайте будем собирать и покажем нашим зрителям. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Ну, сынок у нас уже вырос. Эти собирает. Первую часть он уже собрал. О, первую спинку. Ну, вот она стоит. Света! Айда, привет передавай! Всем привет! Варвара привет. С косичками. Всем привет! 23 косички. 23 косички? Ничего себе! Мама Варя, 23 косички. Света у нас покрасилась еще в прошлый раз, когда приезжала. И опана. Челку себе подстригла. Че, сел? Ну, давай сейчас ставь на зарядку. Сейчас я эту на зарядку новую возьму. Давай. Да. Видите, у Димы тут все наставлено. Квартирка маленькая, конечно. Комната маленькие, неудобные. Чуть-чуть не докрутила. Там опять отклеилась, зацепилась. Там надо заклеить. Сейчас соберет, потом в собранном виде покажу. Мы отзывы читали, очень хорошие отзывы по кроватям, по этой детской мебели. И второй у нас вот здесь. Саша покупал. А там тюльпаны стоят. Тоже в честь 8 марта дарили. Каролина мне розочку купила. О, камера засвечивает от окна.
Вот так. Да. Так. Сейчас я поставлю. Зарядку ставит там. А, Юля футболочку купила себе другую. Да. Ну, симпатичный белый цвет. Симпатично. Лохматила. Или говорит, как я сниму футболку, говорит, все, разлохматились. Ну ничего, хорошо. Она вчера, Юля, купила себе футболку, но она как по цвету и по размеру не подошла. Да. На скорую руку Юля померила, но вчера она... Не, сегодня уносила. Вчера магазин-то до 2 часов был. Готова? Готова. Сынуля мой. Сладкий помощник. Мужик. Мужик, папина опора. Ну все, кровать Каролине собрали, да? Да. Дима молодец, справился с задачей, все делал по инструкции. Уже здесь вот эти дощечки, Дима их уже вставил. Здесь вот такие вот штучки находятся. Крепится вот так раз, и все, и потом она вот так ровно выкладывается. Матрас. Монолит Фрегат 2, классика. Ну-ка, давай, Дима. Сейчас. Матрас вообще, вот видите, какой толщины. Толстый. Ну. А был завернутый тонкий. Ну, он это свернутый был в круг. Я там кадр же снимала. Че, Каролинин подарок установлен. Сейчас еще ей постельная. Все. Хорошо, да? Спинка, чтобы не падать. Ну, вообще. Если так вот лежать, то никуда не падает. Дима уже прилег. Ну, постельное для Каролины уже подготовили. Сейчас мы его погладим. И все, она после стирки, конечно, мятая. Сейчас его погладим и все, и застелим Каролиночке кровать. Майя у нас там лает с Мишель. Ругаются. Что-то там на соседей, наверное, кто-то мимо ходит. Молодец, Дима. Спасибо. Папа тоже приедет вечером, посмотрит. Мы вчера по видеосвязи Саше показывали. Он говорит, красавчик у меня, сынок. Молодец. Умничка. Ну. Вот эту полочку мы сейчас отсюда уберем, чтобы она над кроватью не висела. Мы ее в другое место переложим. Ну, перевесим. Переложим, говорю. Все там поубираем. Там Димины, Ярика и Каролине. Ну, наушники там, всякие их поделки. Все это сейчас убираться будет. Называется Дим Дом Kids. Вот такая тут детская мебель. Поближе сейчас покажу. Оставлю ссылку в описании под видео, вдруг кому-то приглянулась кровать такая детская. Там, конечно, зайдете на сайт, и выбор будет разный. Разные кровати у нас без ящичков. Есть там и с ящичками, чтобы туда положить там вещи, постельное белье. Это от матраса. Матрас у нас был 700 на 1600 размер с города Зелень. Фрегат. Угу, фрегат. Несколько комплектов постельного белья. Мы с Юлей немного засомневались, хорошо ли оно будет смотреться на этой кровати. И решили перед тем, как гладить этот, ну, этот комплект или еще один. У нее есть такой бежевый. Каролина выбрала этот. Мы сейчас его просто примерили. Под одеяльник я еще не одевала. Просто здесь простынь и наволочку одели. Я уже гладильную доску приготовила. В утюг воды налила. Потому что все вот эти складки надо будет хорошо прогладить. Ну, как тебе? Хорошо? Да. Нравится? Да. Красивый папа подарок? Да. Красивый. Такой большой. Такой большой. На диван похож. На диван похож? Вот, как его буду ставить? Нет, мы полочку будем убирать. Мама. Нет, она над головой у тебя, нет. Мама, я могу доставать все, что угодно. Нет, не все, что угодно, все. Ну, давай, пойдем постельное это гладить. Положи все на место. Давай. Давай. Все, уходи, я сейчас постельное поглажу. Мама, ты мне дашь косметику? Конечно, да. Давай спускайся. Диме спасибо, иди говори. Каролиночке не терпится подарки показать. Это мне вчера девочки подарили. Это крем детский? Детский. У нее все детское. Это Наташа подарила, это я Олесе. Детский. Да, обменялись мы подарками. И вот это злоский. Да.
Это маме отдала. Угу. Это она, вот с этого подарка она мне отдала вот только вот такое. Мы же девочки, да? Такой вот крем для рук комплексный. Я буду с кем-то делиться. Будешь делиться, да? Ой, еще вот такой вот спонжик красивый, да? Каролина любит. Я, кстати, ходила на маникюр вчера. В 10 у меня была запись. Сняла свои отросшие ногти. И вот в один слой вот так вот сделала. Так что ручки теперь в порядке. Ну, давай показывай. А это мне подарили подсвечник. Да, красивый такой вот птичка. Такой вот подсвечник. Это с 8 марта. Счастье, здоровье и удача. Это самое важное. Важное здоровье важнее всего. И вот такая вот ароматизированная свеча. Сумочка. Да, сумочка, Каролиночка. В общем, мне досталась, ну, свеча, да, и подсвечник. Это Каролиночки. И вот это мне досталось, да? А вот это и это ты забираешь, да? В свою косметичку. Сними наушники. Покажи, какая у тебя прическа. Вот какая у нее прическа. Все, убрала. Ой, красота моя, ты красота. Сейчас мы будем это раскрывать и краки краситься. Ну, давай, раскрывай. Если хочешь, раскрывай. Раскрываю. Ага. Я думаю, что все любят раскрывать подарки, да? Да. Это очень приятное удовольствие. Я люблю подарки раскрывать. Конечно, еще бы. Что-то у тебя один хвостик упал. Ничего. Ничего. Кровать-то понравилась? Да. Подарок понравился? Да. Папа старался, да? Вот такой у нас котик, которого скрыл на столе. Его надели. Смотрите, какие облачные. Это спонсор, который мы будем тебе раскрывать. Блогер, да? Блогерша. Мама, где твои ножницы? А зачем? Надо раскрыть. Подожди, а здесь же где-то снизу, наверное, открывается. А, да, вот, да. Отклеивается же. Она сегодня мамочку ждала. Она сегодня в юбочке, в блузке, да? Красивая ходит. Вот. Я была в старой сначала и футболки старые, а сейчас в новой. Да, в старой домашней была в футболке. Смотрите, как она шуршит. Шуршит? Смотрите. Смотрите, как она шуршит. Огромное спасибо за подарочки. Каролиночка оценила, да? Она теперь будет мне макияж делать с новым спонжиком, да? Да. И это у нас спонжик. Она меня просила, мама, купи новый спонжик. Наш, говорит, уже все. Я люблю розовые, голубые, золотые. Все цвета люблю. Все цвета ты любишь. Что у тебя там, носик что-то? Не дышит. Не дышит? Да. Давай попшикаем, посмотрим, что там. Давай. Давай. Потом мы еще поснимаем. Потом еще поснимаем. Ну, давай на этом моменте мы попрощаемся с нашими зрителями. Давай. Мы с вами увидимся совсем скоро. Мы будем ложиться отдыхать, спать, да, у нас, потому ну, что мама, уже... я буду краситься. Будешь краситься, конечно. Увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!